Я хочу поздравить всех своих близких, родных с наступившим 2019 годом. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов в труде, в учебе. Вот. Но самое главное – быть дружными, веселыми и крепкими в своих дружеских отношениях. Я хочу всех поздравить с Новым годом и Рождеством. Хочу пожелать вам всем счастья, любви, здоровья, хорошей учебы. Уважаемые друзья, коллеги, личный состав пожарной охраны города Саров. В связи со святками, этим замечательным праздником, я вас всех поздравляю. Желаю счастья, здоровья, благополучия, удачи. Также хочу поздравить ветеранов пожарной охраны. Нас много, мы все вместе, дружны, в строю, так и быть. Всех с праздником! Я хочу передать привет Нине Николаевне. Нине Николаевне, я вам желаю здоровья, счастья, чтобы у вас все было хорошо в жизни. Город меня очень радует. Радует то, что снег убирается, дворы чистятся, сосульки с крыш сбиваются. Еще очень хороший пример в нашем городе то, что все, ну, поскольку я автомобилист и очень часто двигаюсь по дорогам, очень простые правила привели к тому, что все улицы в Сарове чистятся раз в неделю, каждая улица освобождается от машин. Если там кто-то не, для кого-то правила не писаны, рядом стоит эвакуатор, и все это дело увозится. Саров красивеет, понравилась новая развязка, новый мост, логистика, она абсолютно изменилась. Мы, ну, то есть все как бы думали, что будет хуже, когда закроют монастырскую дорогу, но оказалось ничего и даже очень хорошо. Я хотел бы обратиться к бизнесменам нашего города. Почему у нас не использован такой важный аспект бизнеса, как поставка в наш город качественной литературы? Я уже обошел 3 книжных магазина и не смог найти новую книгу Михаила Веллера. Я очень расстроен этим фактом, но уверен, что в таком классном городе, как Саров, это обязательно исправится. А еще я уверен, что у нас скоро появится свой магазин аудиокниг, который я тоже очень люблю, но который пока не могу найти в Сарове. Всем мир, всем добра, я рад был с вами пообщаться. Хочу передать привет своему брату, привет своей маме, привет своему маме и папе, а особенно своей младшей сестре Верочке. Привет! Я хотел поздравить Дашу Вронскую с прошедшим днем рождения. Пожелать счастья, здоровья, и чтобы у нее все всегда и получалось.